Партнер рубрики «Правила денег» – Центр стоматологии «Щелкунчик». Цените свое здоровье и выбирайте безупречные качества. Добрый день! Клиенту, довольно известной в стране страховой компании, предложили получить возмещение после ДТП на пластиковую карту дружественного банка. Позже он выяснил, что по этой карте может быть открыт кредитный лимит. По сути, я заключил кредитный договор, в котором назван заемщиком и имею обязательства перед банком, если воспользуюсь этим кредитным лимитом, обеспокоен он. Как выяснили журналисты портала банки.ру, кредитный лимит к расчетным картам страховые компании и банки стали прикручивать недавно. Раньше выдавали обычные дебетовые карты. Но банкиры утверждают, что автоматически кредитный лимит не откроется. Для этого нужно подписывать дополнительный договор. Ничего страшного не произошло, но уж очень неприятно, когда нам навязывают дополнительные услуги, о которых мы не просили. Чтобы не попасть в такую ситуацию, стоит знать, что для перечисления страховой выплаты можно указывать номер любого вашего счета, открытого в любом банке. И совсем не обязательно соглашаться на предложение страховой компании. Это были «Правила денег».